Упражнение махи лежа на боку. Исходное положение корпус у нас вытянут ровно, лежим на боку. Согнутая опорная нога выставлена вперед, согнута в колени. Пятка совпадает с линией спины. Мы выполняем мах кверху. Не забываем оттягивать носок на себя. Выводим ногу вперед. Выпрямляем ногу, выполняем мах назад. Отпускаем ногу, выполняем вдох. При подъеме ноги выдох. Упражнение выполняем плавно. Выводим ногу, согнутую в колени, перед собой. Затем чувствуем сокращение ягодичных мышц. Выпрямляем ногу и напрягаем ягодичную мышцу. Корпус стараемся удерживать неподвижно. Тазовые кости у нас также неподвижны. Следим за тем, чтобы корпус был у нас всегда неподвижен и лежал ровно на боку. Также в конце можно выполнить несколько покачиваний на напряженные мышцы. Коротких сокращений достаточно.